На цьому промисловому майданчику сконцентровано багато потужної техніки. І височать цілі гори щебеню різної величини аж до найдрібнішої фракції. Але його не завезли сюди з гранітних кар'єрів, а виробили прямо тут. До сьогоднішнього дня я навіть не могла уявити собі, що є технологія, яка дозволяє переробити старий непотрібний залізобетон. Але в будівельній компанії Федорченка є технологічна лінія, і вона єдина в Україні, де ось такий бетон і бетонні шматки будь-якої величини можна переробити знову на дрібніші фракції. І завдяки такій новій унікальній технології, ось такі руїни, які позад мене і яких дуже багато в нашій області, можна цілком розібрати і переробити для повторного використання. Покинуті виробничі цехи й заводи – небезпечний спадок розваленої після розпаду Радянського Союзу української промисловості. А цей суперсучасний мінізавод – єдине в Україні виробництво з переробки залізобетонних конструкцій і працює в Сумах у будівельній компанії «Федорченко». Поява такої технології саме на цьому підприємстві – це результат системного підходу. За понад 20 років роботи компанії «Федорченко» на ринку житлового будівництва тут цілеспрямовано закуповують нові технології і розвивають напрям власного виробництва будівельних матеріалів. Я побував і в Германії, і в Чехії, і в Польщі, і бачив, як там відносяться до переробки відходів производства. І от ми, коли порівняли, як вони там працюють, і які в нас є можливості переробки, ми подивилися, що в нас неограничені можливості. У нас практично город і область завалена відходами бетону. Ви поїдете вокруг міста, всі посадки завалені відходами. Ви бачите здання, які зараз падають, їх треба розбирати, робити і куди-то дівати. Хто буде робити? Ми це беремо на себе. Ми зі своїм колективом розробили програму, як це осуществити, як це применити на практиці. Много було консультацій з зарубіжними партнерами. Ми консультації з англичанами, з німцями проводили. І, в принципі, посмотрели їхній опыт, так? Посмотрели їхній опыт, як вони перерабатывають, як, допустим, используют вторичное сырье. І практично ми прийшли к тому, що дійсно ми маємо таку можливість вирішити ці проблеми. Производство, звісно, воно не дешевое, требує затрат. Ви бачите, яка техніка працює, так? Значить, тут було використання обладнання як зарубіжне, це і французьке, італійське, і англійське, так і наше отечественное оборудование. Все эти конструкции, металлоконструкции, все эти наши инженеры сделали, наши работники, и мы запустили это производство. И практически производство вышло безотходное. Ця машина подрібнює величезні шматки старого залізобетону, а навантажувач подає їх у шнек спеціальної установки. Після кількох технологічних операцій на стрічці конвейера продукція, що знову стане компонентом для нових залізобетонних виробів. Робимо відборку металу. Частина металу йде, який ми його використовуємо на конструкції, а частина металу йде, ми його здаємо на металолом. Ми отримуємо первокласну продукцію, це щебінь. Он нічим не відрізняється. Граніт є граніт. Себестоїмость переробки, техніки, заробітна плата, то, що люди зараз працюють. Приблизно виходить у нас 250 гривень куб. Да? У нас на ринку зараз, підійдіть, уточніть, 850 гривень куб. Що це таке? Метал 25-30 тисяч тонн. А ми 30% металу, який ми бачили, його перерабатуємо, ми використовуємо на дальнейшее производство. Проект дороговартісний, але й ефективний з кількох точок зору. Затратна частина зі всім монтажем, обладнанням дійшла до порядка до мільйона доларів. Окупаємось, ми так її посчитали, десь за два роки вона повинна окупити себе. Граніт залишиться гранітом і через сотні років. Випробували технологію у власній виробничій лабораторії та додатково мають спеціальний дозвіл-сертифікат від Харківського інституту. Тож нові залізобетонні вироби, виготовлені з компонентів переробки, компанії «Федорченко» успішно використовують на своїх житлових новобудовах. Із найдрібнішої фракції від повторної переробки старих залізобетонних блоків виходять ідеально рівні і міцні наливні підлоги. Ми для производства полов використовуємо горний пісок і так далі, і так далі. И когда делали стяжки, он трескался, там, использовал. Сейчас этот продукт, который мы используем, у нас, в принципе, сократилась добыча песка. Примерно в год мы ее используем
там 20 тисяч кубов піска, а ми таку проблему вирішуємо з переробки вторинного сырья. Получається ідеально ровні поли. Ідеально ровні, з яких можна буде, собственно говоря, ти заходиш в квартиру і що ти хочеш, ламінат, ложи там лінолеум, так далі, так далі. Крім зведення житла, компанія Федорченко має пропозиції співпраці з міською владою у сфері дорожнього будівництва. Ця плита, вона може витримувати до 40 тонн, так? І срок служби в ній мінімум 50 років. Десь вузькі дороги, да? Вот, по частному сектору, іменно на такі плити, тому що асфальт там не витримує. Ми робимо, зиму простояв і, в принципі, і посипався. Да? А це гарантія 50 років. Надо, ти її зняв. Сделал какие-то работы, снова поставил. Так что вот вы видите, какое ее качество, идеальное качество. Мы такой образец сделали, мы готовы работать. Все будет дело за городским советом. Пока ответа нет. Пока ответа нет, но мы бы такое предложение сделали. Постоянно ремонтируют дороги. Когда троллейбус прошел, а он 40 тонн, и постоянно вот эти все вещи, которые мы замечаем, бугры вот эти, все дела, даже легковой машиной низкой не проедешь. Нам уже надо, как говорится, делать комбинированные дороги. Они в Европе такие дороги делаются, потом сверху, если надо, можно покрыть 5 сантиметров асфальта. Оно идеально получается, и никаких проблем нет. Надо один раз сделать, как делается везде, и на 50 лет, и забыть про него. А мы каждый дырки латаем, каждую весну делаем, латаем дырки. И тратим бюджетные деньги. Вот, в принципе, вот такая программа есть у нас, мы готовы включиться в эту программу. Більше 2 десятиліть роботи на ринку житлового будівництва, власні заводи з виробництва будівельних матеріалів, сумлінне ставлення колективу до роботи, бездоганна відповідальність у роботі з клієнтами, що довіряють компанії Федорченко, свої немалі кошти. Ми стоїмо біля однієї з новобудов, і Віктор Федорченко говорить про відверте і безсоромне здирництво з боку державних структур. І от цей будинок я вже 6 місяців пытаюсь ввести в эксплуатацию. Люди заплатили деньги 100%. Так? Значит, дважды мы подавали в ДАБі Украины. ДАБі нам отказывали. В чем причина? Тема вимагання, про яку ми з Віктором Федорченком так само відкрито говорили у червні 2017 року, виявляється, нікуди не зникла, а навіть іще загострилась. Коли ще був Рибак председателем Верховного Совета, он для сына сделал ДАБи, и тогда посадили в наши области смотрящих, и за каждый квадратный метр введенного жилья требовали наличными $4. Так? Значит, ну, собственно говоря, не платишь ты эти деньги, проверки и так далее, тебя заставляли платить. И вот вы себе представьте, по Украине сколько строится, это суммы, какие, все, вот эти доллары и так далее, и так далее. Какие это суммы денег? Да? Я неоднократно этот вопрос поднимал. Знали и власти, и органы правоохранительные. Ну, ничего не могли сделать, потому что даже прокуратура не могла ничего сделать, когда я им дом строил. Так все равно пришлось бывшему прокурору ехать, уговаривать там Киев, чтобы, собственно, ввести в эксплуатацию дом. Ну, Здесь схема еще жестче. Значит, ну, когда вот совершилась революция гидности, мы все там были воодушевлены, что все это поломается и так далее, и так далее. Когда я подал на ввод этого дома и того дома, начали гонцы приходить к моим людям и говорить: так, хотите ввести в эксплуатацию? $10 за квадратный метр. Вы представляете, вот я ввожу в год 25 тысяч квадратных метров. Умножьте на 10, это $250 000. Представьте, $250 000 надо отдать наличными. И это государственная структура, это министерская структура, которая должна, собственно говоря, бороться с этим. Нас заставляет это делать, так? А что такое отмыть наличными 8 миллионов денег? Если ты не делаешь, тебя сейчас берут на крючок, берут, допустим, какую-то общественную организацию. Вот у нас, в принципе, я могу показать, общественную организацию. Что они делают? Они в Киеве взяли опыт это, бывших власти, так, и, собственно, находят общественную организацию,
которая находится в каком-то доме, какая-то украинская фамилия, у нас все зафиксировано, и пишут якобы жалобу, что у нас есть нарушение. Дается команда областникам, те, Ваня пишет предписание, как раз Ваня был, тут есть киевский, да, и начинается проверка, и начинается давление. Пока не заплатишь, мы тебе эти дома мы не введем, только плати, больше проблем нет. А что такое 8 миллионов? Это я подсчитал примерно, прикиньте, это 14 квартир, двухкомнатных. Это подъезд отдай. Но это же еще не все, понимаете? Ты, как говорится, становишься падалью. Тебя дальше передают по этапу. Значит, приходит налоговая инспекция, да? Там уже люди все знают. Так, как эти деньги брать, все. И берут тебя на абордаж. Приходит проверка, проверяющие, как говорится, начинают писать, записывать. Они такие невинные, овцы, вот нам сказал и показывают, а там вы должны туда идти, значит, и договариваться. Ну, договариваться, договариваться. И получается окончательно, значит, пишут акт на уровне заместителя первого начальника областной налоговой, встречаясь с ним здесь в Бурьянах, и он говорит, он приходит и мне делает одолжение, говорит, слушай, так я тебе друг, вот мне начальник мой послал, и полицай, да? Вот им надо миллион, а меня за то, что я тебе сделал, мне полмиллиона, понимаете? Это зафиксировано было ДАБИ, разработка была НАБУ, все записано, у нас есть все материалы. До сих пор этот человек сидит, ну, власть меняется, понимаете? Сидит и празднует, и все. И вот представляете, 8 миллионов отдай, это 2 миллиона отдай налоговый, так? Значит, и практически, ну как можно, допустим, людям повышать заработную плату, за счет чего? А ведь откуда это деньги брать? Это берутся деньги из тех людей, которые платят, которые своими ручками зарабатывают, едут в Польшу, едут туда-сюда, значит, и укалывают, а эти жируют, ходят, понимаете? И это же на уровне власти, нас загоняют, нас делают падалью, потом как вороны набрасываются, ты вот ты раз когда-то уступил, один раз, так, все, ты труп. Какое же может быть развитие? Это нужно менять. И, собственно говоря, мы надеялись, когда при Ющенко будет изменение при Порошенко, да? А вы видите, что делается? У нас есть бизнесмены, у нас есть люди, которые грамотные, им просто не дают работать. Это только в сфере строительства какие идут эти самые. А еще в сфере, допустим, надр, что делается? Там вообще-то там невозможно взять, допустим, лицензию на выводу песка. Все забрал Киев. Областная рада, она ж ничем не это самое. И я не знаю, зачем это ДАБИ нужно? Это было создано, это был создан коррупционный орган, который... Он ничем не занимается, там только так. Городская служба подает туда документы по электронной почте, а там две кнопки, зеленая и красная. Красную нажали... А потом им звонят, говорят, идите, ищите, что угодно находите, пишите. И начинается вот эта возня. Так? Все у нас есть документы на это дело. Я думаю, что вот пришло время, все мы договорились, я являюсь и членом ассоциации промышленных предпринимателей, была служба. Все это дело мы опубликуем, всю эту мразь надо убирать. Безкарна корупція з боку дозвільних структур – це головна обставина, що заважає компанії працювати над зниженням собівартості квадратних метрів і працювати взагалі. Проте Віктор Федорченко наполегливо відстоює свої позиції. Ми почали будівництво для пограничників заставу в Глухові. Глухов мертвий, людей нету. Нельзя, ні одного чоловіка можна знайти. Це мертвий город. Одни старики, работы нету, люди поуезжали. А что им остается делать? Мы остаемся без рабочих кадров. Из-за чего? Из-за этих орлов?
которые я был, собственно, вы понимаете, получается, я был в Германии, слышу передачу. Харьковчане и одесситы написали жалобу, что с них берут $10 за квадратный метр. На уровне генеральный прокурор, министерство, такую шумиху подняли, что мы пересадим. Убрали начальника ДАБИ, он свое дело сделал, он заработал, поделился и ушел. Вроде вот мы его убрали, он такой-такой. Но ситуация же не поменялась. Его убрали, мы подаем документы, а нам уже приходит, слушайте, ну хоть не 10, хоть $2.5 дайте за квадратный метр. Так, мы подали на суд. Суд сейчас, административный суд, принял решение, что зарегистрировать вот этот будинок. За мной люди ходят, уже делают, вы слышите, делают ремонты. А я же не могу ни электрику подать, ни договор заключить, ни это самое, собственность передать. Вы понимаете, что делается? Когда уже надо было его сдать? Мы подавали декларацию в декабре месяце. 18-го? Да, конечно. Уже полгода прошло. Так пройдите, сейчас пока оформить, так? Потом, пока город присвоит номер, да? Тоже там вся вот эта... Своя процедура, да? И человек, я строю быстрее, чем я ее оформляю. Меня заставляют, понимаете? Заставляют. И с этим надо, бороться. Я думаю, что вот какая-то надежда, надежда на новую власть. Потому что невозможно. Если мы что-то не поменяем, все, Украины нету. Все эти разговоры, все это выступления этих политиков, да? Все это чушь. Мы производственники, мы знаем, где зарыто. Мы знаем все схемы. Мы знаем схемы и по энергетике, и так далее, и так далее. Все это известно. И нам надо промышленникам объединяться, так, и вот эту всю мразь убирать. В Англии 65 миллионов населения, у них 6,5 тысяч инспекторов. У нас 65 тысяч на 30 миллионов населения. Их же надо годовать. Так только налоговая. А таких, как ДАБИ, а другие структуры. Понимаете, что делать? У нас страна богатая, мы ее разворовали. И воруем сейчас. Люди бомжи ходят. Он не может ни лечиться, ни делать. И нам не дают работать. Вот я хожу в грязных туфлях каждый день, 50 лет. И надо мне людям дать работу, надо дать зарплату. И надо этих поддонков это самое удовлетворить. Мы, собственно, должны все это дело перестроить и наладить так, чтобы в конце наше общество развивалось.